Гибкий смартфон от Xiaomi показали в новом видео. В ролике показано, что гаджет сгибается в двух местах, превращаясь из планшета в смартфон. В сети появилось видео с гибким смартфоном Xiaomi Mi Fold, который складывается в двух местах. Гаджет из компактного смартфона может превращаться в небольшой планшет. Видео было опубликовано на YouTube. 10-секундный ролик демонстрирует процесс превращения устройства из планшета в смартфон. Ожидается, что Mi Fold должен появиться в продаже во втором квартале текущего года. Стоимость его составит порядка $1000. Это значительно меньше, чем похожий гаджет от Huawei, оцененный производителем в 2600 долларов. Ранее сообщалось, что компания Samsung разрабатывает гибкий смартфон-браслет. Он должен представлять собой устройство-трансформер. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.